Всем привет. Находимся в Острогожске. Посмотрите, какой здесь замечательный ЗАГС. Вот эталон ЗАГСа. Отдельно, все, пожалуйста. Тут парк идет. Центральный. Все красиво, пафосно, блин, вообще супер. Спокойно молодожены подъехали, запарковались. И от брака сочетались. Ну, кстати, да, у нас видео по Острогожск, которое мы снимали еще, не знаю, 2 года, по-моему, назад, летом это было. Очень много просмотров. Ну, как много, но они постоянно идут. И комментарии пишут люди, ты учились, и там, служили, и, в общем, молодые какие-то годы там проводили. Так что очень-очень много было как бы отзывов хороших, как и Усмань тоже. Так что замечательный такой небольшой провинциальный городок, старинные здания, очень такой. И набережная еще там, кстати, красивая. А из посетителей я вот такие статуи. А лодка любви, куда же без нее. И чертово колесо такое еще, советских времен. Ира там записывает видос, там руками крутит. Там должен быть ровно с левой стороны. Раньше в старину еще там, 19 век, да, вот такие вот тут были дома, там Дьякова, там купца Попова, там, короче, у всех такие. Ну сейчас такого нету, знаете, там дом Абрамовича. Сейчас как-то все скромненько, они живут за городом, олигархи, а тут вот раньше так все. Дома у них такие прям большущие были. Ну вот такой небольшой парк есть даже, тут аттракционы советские, там-сям. Вот. Небольшой он. Друзья, вот видите, тоже такие старинные здания. Двухэтажные. Вон еще одно такое же. Двухэтажные-то в основном идут в центре вот так, как и в Усмане. Ну, потому что тоже в этих же годах и Усмань была основана там 1600-1500 конец. Холодно. То мы были летом, была жара, теперь холодно. А в Симферополе плюс 15, вот. В Крыму круто. Вот, кстати, эти ворота, которые были на Симфе, 1908 год, сохранились. Тихая сосна в той стороне, Ира. А мы оттуда потом выходим? Нет, мы дальше, мы через центр. Ну, вот еще такое старинное здание, засыпанное наполовину, второй этаж, например. Точнее, первый этаж, ну да. Подвалчик такой. Жили какие-нибудь эти помещики там. И вот мы подошли к центральной площади Владимир Ильич Ленин, конечно же. Просто старинное здание красивое. Ну, вообще красиво, да. Двухэтажное, как вот в Усмане. А вот и речка Тихая Сосна. Ну и набережная также. Называется. Наскальная живопись. Все это время. Мастец, да, такой прям. Большой, мощный. Вот такая тут набережная, кстати, да, деревом выстелана этот, как он, тротуарчик. Водичка чистенькая такая тут. Ну миленько здесь. Какие-то тачки тут ретро стоят. Не знаю, так интересно их поставили. Ну, минусы, конечно, новоделов. Это все-таки нету деревьев. Меньше все так. Вот когда летом идешь, особенно это чувствуется прям. Хочется деревьев какой-нибудь навесить, там, не знаю, потому что идешь, нет, ни одного деревца нет, потому что, ну, что-то не засажено еще. Я смотрю, где-то новые высажены, а вот здесь вдоль их нет. Потому что такие небольшие, как бы, минусы всего новостроящегося. Ну, а так, да, симпатично, классно, блин, здорово. Прям так по-современному. Вообще, конечно, прям это украшает город. Ну, и как бы там, получается, пляжи. Раздевалочки, все такое там тоже имеется. Да, уточки тут некоторые зимуют. Собачка. Собачка. Но колбаски же нету. Какая есть колбаска, не творите. Да, и здесь сиги-качельки детские. Да, летом здесь откроется сезон пляжный. Отдыхать себе, загорать. А сейчас вот снежок за место песочка желтенького. А вот это пожарная часть у нас, тоже историческое здание. Да и здесь тоже такое есть классное здание. На нее такие
барельефы, какие-то там головы какие-то. Сейчас увеличу. Какие-то головы там, да, вообще торчат. Смотрите, здесь тоже Спартак есть, только у нас кинотеатр, не знаю, это кинотеатр, нет? Если кто с Острогожска, скажите. Ну, похоже прям. Есть какой-то мы тут... Вон там площадь Ленина, центр, и вот мы здесь сюда еще вышли, тоже какой-то торговые ряды, что ли. Это кофе мне, спасибо. Прямо сплошь старинные здания. Конечно, их бы окультурить еще, реставрировать вообще. Очень прям такие, наверное, чей-то дом точно, блин. Какого-нибудь там помещика, не знаю. О, друзья, не штукатуренное здание, какое оно вот, какие они и должны быть. Красный кирпич, все дела, блин, ну как заморачивались, всякие так, так, всяк кирпич выложен, всякие выступы, декоры. Сейчас на секторе идем. Зашли, ну тут все рядышком, как раз у меня вышел. Сейчас на секторе, ну правда неудобно, конечно, передвигаться. Такой замерзший лед. Вот храм. Такая тишина. Птички поют, уже чирикают. И вот тоже такой старинный дом, видите, вкопан. На сколько? На метр, наверное, засыпал его. Такая выпустить эти. Да, мусорка прикольная. НЛО такое. Еще какой-то парк тут небольшой. Сквер, да. Вообще проблема, конечно, маленьких, да и больших городов с туалетами. Проблема. Вот где нормально было с туалетами, это, конечно, в Белгороде прям классные такие туалеты, блин, а так тут ходишь и все, и не можешь найти. В большом городе всякие там Бургер Кинги, всякая вот эта торговая цена, там их туалет полно, то здесь найти сложно. Огромная благодарность сотрудникам кафе «Лукоморье», так что спасли они Ирочку. Бабулька такая, куда ж, говорит, вас девать-то? Конечно, спасем. А то сортиров-то нету, блин, вот как-то приходится выкручиваться. Так что класс, молодцы, спасибо. Дедушка Ленин стоит. Центральная площадь вечереет. Короче, друзья, мы пойдем сейчас, поедем, точнее, затарились тут вкусняшками. Друзья, не прощаемся с вами, ждем вас очень на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Что понравилось, что вы хотели. Да, взаимодействие. Хотите, мы поедем хоть куда, в Австралию там или на Мальдивы. А, там кидайте деньги, все, мы едем, друзья. Так что все, что вы захотите, все для вас. Счастливо.